Хей-йо, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем проводить игру по названию Borderlands Prosequel. Prosequel, да? Мокси. Так, равнина Тритона. Равнина Тритона. Так, ходят разные слухи о целой дивизии пехоты Даля, оставленной без поддержки на поверхности Элписа. Одни говорят, что эти бла-бла-бла, не... так, не бойтесь, подходите ближними к врагам. Режиме борьба за жизнь. Вы по-прежнему можете двигаться. Хорошо. Но в основном я сдох только из того, что упал. Все. Скоро каникулы, зашибись будет. Просто заебись, ведь каникулы ждут. Так, окей. Пошло обновление, у нас идет прогрузка текстуриков. Так, сразу карту смотрим. Так, доска объявления и задания. Пока я не вышел, еще раз. Жетон, скорость перезарядки щита, задержка заряда, точность, скорострельность, емкость щита. Скорострельность. Это моя любимая. Это, короче, около машин, в районе... Короче... В Бермудском треугольнике из машин. Так. Кто же около машин там вдалеке? Прости меня, народ, Элис на другом было нельзя. Что это такое? Ого. Ого, откуда они узнали про... Ладно, я с тобой еще свяжусь. Что это было? Всю луну трясло. Отрыхануло. Да хер его знает. В принципе, можно пойти посмотреть, но это на другой стороне, да? Так, у меня плохие новости. Войско Запорта захватило глаз Делиуса. Это такой огромный лазер на станции. Они целятся. Это лазер в центре луны. Так только не... Паникую. Но мне кажется, что они хотят уничтожить ее. А, ты одушевил меня, слушай, приятель. Кратер Демина. Демина. Уже по 3 бакса дают. Так. Доска объявления. А, так, все зверюшки. Эко воин нуждается в помощи, нужно строить небольшие саботаж. Я Сильвера, лидер фантатак, освобождение Конкордии. Мы маленькие помощники, материал природы. У нас сейчас нужна так информация. Спасите редкую особи, находящую на грани вымирания. Я отправляю тебе это эхо координаты и дом дополнительно. Тогда ты прибудешь на место. Так, автомат. Так, давайте я, наверное, свою снайперку посмотрю. 61, 5... Перезарядка такая хорошая там. И урон, да? А урон сколько на этой? 61. Да ладно, я пока с этой побегаю. Так, попродавать стоять не нужно. До скорой встречи. Так, где это ты находишься? Это вообще в другой локации. Поэтому выполняем, где ты, любимая моя. Так, портал. В принципе, можно с машины заходить и выходить, чтобы пополнять запас. О. Ага. То есть у нас здесь все по разрывам. Хорошо. Большие кратеры. Но здесь можно заехать. Это что такое стоять? Да уйдите вы нахер. Бля, еще повыезжали.
И. Нихера себе. Найдите их эхо. Хилки. Так, нора Чундрера. Ой, кажется, застрял. Так, выехать нужно. Мне кажется, туда рановато, да, пойти? Есть, типа, секретный проход. Нижний пароход. Нужно не забывать про свой ультимейт. Я только заметил, что это у нас луноход на самом-то деле. Точило. Довольно быстро выглядит. Что, метеориты? Метеориты с баблом. Ни хрена себе! Теориты с халявным баблом. Так, это на что? Кажется, есть ее. Можно посмотреть на ее, можно скорее. Мой любимый, я разбилась на нашей машине. Мне не выбраться, но мне уже возвращаться бандиты. Если ты получишь это сообщение, забудь меня. Начни жизнь заново. Прощай. Какой ужас, даже тела нет. Но может быть, Дейдра еще жива, ее просто так уполокули в лагерь бандитов, что он неподалеку от этого места. Это Эхо, прошу тебя, искатель хранилища, тащи мою любимую, где бы она ни была. На земле или уже на небесах. Ага, хорошо. Когда я сначала здесь тогда блутаю? Дело в том, что он почти только одну цель цепляет. Он взрывается массово. Он взрывается хотя бы массово. Так, здесь, походу, можно войти, да, внутрь попасть. Ладно, поехали внутрь. Лагерь бандитов. И только так можно зайти. Тихо. О! Давай. Мне что-то, слушайте, очень мало повреждений. It's tea time. Вот где вы запропастились, уважаемые. Так. Внутри могу, давайте. Набирать мобильный номер. Yeah.
Привет, это Тоби Трейдбл из диверсионного отдела. Прошла так. Расчетка для кислородного набора цветом. Получился божий конкурентный, но шрифт не тот, который я заказывал. Написано скорее похоже на Оззе, чем на О2. Но дело ваше. Лично я бы предложил все партии. Шрифт все портит? Да, мне все равно работало. Алло, алло. О, Дейдра? Эй, зачем нужно было убивать всех моих людей? А это что? Мои соображения на эхо? Тебе ведь Майера наслал, а? Довольно милый, но на самом деле он полный псих. Я пыталась... Так, я просыпалась ночью от его так на меня. Что он пялился на меня. Бла-бла-бла, когда он предложил устранить совместное самоубийство, он говорит, дальше свободы. Я поняла, что надо брать когти. Так, собственно... Или вы просто могли бы его убить? Не, ну, не пойдет. Он огромная семья, они меня из-под земли достанут. Но у меня есть план. Он совершенно, бла-бла, точно должен убедиться, что его жена мертва. Ты мне поможешь? Ненавижу такие мужики. Я в деле. Чтобы Майрон оставил меня в покое, он должен поверить в то, что я погибла. Так что мы убьем меня. Ну, на самом деле, мы убьем мою двойнишку Морин. Майрон меня так, знаешь, и она такая же шизанутая, как и он. Так что ненавидит, так теперь скрывай неполадку, оттащи его, убей, предъяви Майерну труп, очень все разумно. Так, теперь нужно найти сестру. Ты все еще здесь, проваливай. Серьезно? Моя семья самая большая в... Ой, так, у меня уже деньги есть. Хорошо. Так, у меня должно уже быть мало места для вещей, поэтому нужно быстро искать торговку. Торговый автомат и все делает. Ля-ля-ля, а чё ты атакуешь меня? Меня попросили тебя не трогать, а ты взял меня, убил. Разве это нормально, а? Разве это по-человечески? Эх, не люди. Так, большой баллончик с кислородом. Патрончики. Активировать. Ладненько, потом сюда вернемся. А где сестра и находится ее? Как раз. Или не как раз. В принципе, почти как раз. Блин, я не знаю, стоит ли сейчас идти к тому мне. Где мы еще открыть либо там локацию? Или подождать лучше? Так. Оскар? Спасибо, спасибо. Лунный камень. Оскар, а с тебя можно в камне что ли фармить? А, это вообще его, кажется, домик. Так, инвентарь. Так, требующийся класс баронесса улучшает время восстановления 8%. Так, ну давайте смотреть. Я понаходил. Дыхалки, да? Дых-дых. Урон в ближнем бою, крик. Крит, урон от холода, вероятность заморозки, токовый урон, вероятность удар молнии, скорость, максимум дема, управление в прыжке, короче, это все можно продать. Хотя, так, можно их как-то, емкость, задержка заряда 2.24. Задержка большая. Feeling overburdened by money.
Готово. Где наша машинка? Так, заново. Так, вон, метеорит упал. При разрушении нужно смотреть, может что-то да и ценное выпадет. Так, я видел, как тут что-то упало. Здесь похоже на арену. Довольно сильно. Похоже на арену. Нихера ты. Что ты вообще за такая херовина? Наконец-то я мертвый, спасибо. Сейчас мы сделаем кислород. Ой. Да, не двигайся. Да, у них патроны довольно медленно летят, в отличие от моих. Бам. Пушка бам. Снайперские патроны. Почта какая-то. Ладно, так уж и быть, умри. Не, урона мало на самом деле. Здесь за машину. Ладно. Мне ехать через мост, да, по сути? Это что за миссия у нас сейчас активна? Мне нужно в туда. В порядке, там вообще другая локация. Тут еще не изучено. Сейчас я, наверное, туда вниз езжу. Такая, нужно уточнить, где это низ. Вижу, окей. Тихо, осколки. Денежка. Туда можно попасть, на ту сторону. Там что-то тоже есть. Денежка. Мне что, туда и нужно? Пипец его тормошит. Жопа. Просто жопа. Дамба. Так, по сути, все, да? Чайник. Полезли наверх.
Здесь у нас все открыто, снайперки нету. Что это за херовина? Такая, почему она такая жесткая? Почему она на 7 уровня? Манать ей урона нужно проносить. Подожди. Да и гражданин Луны, мне предстоит здесь валить всех, чтобы охранить главные ворота страны и пункт связи. Это очень важный пост, и моя задача состоит в том, чтобы никто не пропускать. Если это, конечно, вы хотите стать частью нашей военной машины. И как мне попасть в этот пристанище недоумков? Ты хочешь, что у вас достаточно доблести, чтобы вступить в ряды... наши ряды. Отлично, я передаю... Так... Член бандитов происходит у тебя, бла-бла-бла. Так, взять призмы, убить. Тени пузиков. Пузиков. Ладно, пускай он пока рассказывает, я посмотрю, где это на карте у нас. Тени пузики. В принципе, там, куда мне нужно. Хорошо, полетели. Надо, совсем забыл. Небузики любят усилия своих прыжковых площадок и выставляются в небольших коробочках. Короче, хорошо. Мы, по сути, едем туда, куда нам нужно. Убивать каких-то там небузиков. Летающие какие-то осьминоги. Большой летающий ледяной осьминог. Походу они летят чисто туда, куда я направляю. Истребитель. Так. Запускаем кислород. Там кто-то здание вышел. Маленький лунатик безбашенный. Я тебя задавлю. Вар. Давай, давай, умирай. Налетчики херовые. Не, ну урона на самом деле, блин, знаете, вот... Депутики все еще живы, ты должен... Так, так, так. Так. Это здесь, да? Crash to last. Да, это здесь. Шугарат какой-то. Шугарат и шугаратель. Короче говоря, это какие-то летающие мозги. Давай, уничтожай машины. Сейчас этот кислородный баллончик откроем. Так, ты ничего, блин. Meteor showers, and I fell asleep without my umbrella.
Santa saying I was hit. It changed me. Enemy has my unbridled fury. I ferociously crawled to the ground. Хорошо. Sparing none. The rest is legend. Довольно большое место. Это что такое? Мне нужно же еще здесь, да, наверное, найти сестру. Сеструху этой сделки. Так, прокачиваем. Задержка, так. Зарядка, точность, скорость зарядки щита, урон в ближнем бою, урон от гранат. Так. Ну, точность. Так, G. Заданием. Ты моя любовь. Мне нужно на другую сторону. Полетели на другую сторону. А, кстати, она там. Вау, 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 вау. Так, если верить, то где-то здесь. Вот он! Он пытается... Да, конечно. Орен. Дейдра, на кого ты меня покинул, любимая моя? Что же, значит, скоро мы воссоединимся с тобой. И в смерти. Не бойся, мы вместе. Мы вместе жагнем. Ух ты! Один выстрелом вы убили сразу двух стихов. Вселенная сможет вздохнуть так немного свободнее. Возвращайся за наградой. Тихо, 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 это очень полезная вещь. Тихо, тихо, ну вылези ты с этой хуйни. Здесь за машину, тихо, мне нужен этот камень. Так, там еще два упало. Покоряем Луну с вами. В этой серии мы покоряем с вами Луну. О, по-быстрому мы вернемся. О, здесь эти появились. А, они с автонаводкой. Тихо. Еще три. Ух ты, черт! Ты засранка. Где ты? Так, здесь, да, теперь у меня задание? Так, новый уровень, восьмой, отлично. Так мне все равно сейчас возвращаться. Бля, если ты камни пораскидывал, я тебя убью. А где третий? Тварь, куда ты дел? Мана ты, тварь. Взять вот так втихаря напасть. Просто взять вот так втихаря напасть. Зачем? Что я тебя сделал? Зачем втихаря нападать? Чем мне как мужик лицо в лицо? Эх, ладно. Я думаю, просто если я полетел, бы я бы сдох. Ух! Пронесло. Так. Да? Thanks for killing my psycho sister. I can sleep far easier knowing her and Myra aren't around anymore. Заткнись, я занят. Продам, ладно. Это все равно потом продавать. Не, на самом деле ли вот эти лунные кусочки я могу нафармить здесь?
Просто если они постоянно еще падают. Вон, я уже вижу. Один упавший. Кратер здесь. С денежкой. Сейчас зайдем внутрь, я попродаю. И прокачаю как раз себе уровень. Welcome, customer. Так, хорошо. Прокачка. Блин, давайте, я думаю, крит урон. Так, следующий я прокачаю. Что у нас? Следующий урон. Урон от стрельбы. Хотя урон при критическом попадании на несколько секунд... А, повышается. Блин. Урон от стрельбы. Предупреждение высоре, если промахнуться при стрельбе, нет. Вот это не буду прокачивать. Я думаю, вот это нужно вкачать. Дополнительный урон до 60% от урона оружия. Если хочешь, беги, просто тогда ты умрешь с потом. Этим первым делом вкачаю. Докачаю до конца критический урон. После уже начну это делать. Чик-чик. Уже с прицеливания. Я не вижу, чтобы увеличить... Так, продайте предметы. Чтобы увеличилась у меня как бы... скорость. Так, G. Карта. Ладно, поехали. Вот с той стороны. Так, стоять, это у нас что хотя бы? У нас в другую локацию переход. Блин, мне будет сюда нужно было сходить. В эту локацию. Зачистить или типа того? Потому что здесь тоже, походу, да, переход? Или нет? Ой, блин. Напугало меня. Кочка со взрывчаткой. Мэйкевилл, видишь ты? Нет, тебе не тронул коррозия? Подничичевок, наверное, из банды краснопузиков. Убить его. А, вот где ты. Сейчас ты умрешь. Забрать, не забудь забрать. Подарок. Мне их еще нужно поубивать. Призма. Так, хорошо. Где вы? Мне еще нужно убить 11 и забрать несколько призм. Сразу перезаряжаемся. Так, взлетная система. Путь. У этой площадки не хватает силы, чтобы доставить тебя на второй этаж. Выстрели в регулировщик. Нафига он ускорился? Так, мне нужно наверх, да, идти? Так, хилка улетела. Так, отсюда вылезет точно кто-то. Ну? А, не заметил. О, вот, нихера себе.
Вот зараза, пока я... Ты что, щит восстановил? Блин, я в голову его не увидел. Ой, тут взрывчатка, ё-моё. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Готово. Так, я сейчас вернусь, подожди. Тут опасно довольно. Зараза. Зараза, зараза. Я говорю, тут реле опасно что-то было. О! Ай-яй-яй-яй! Ух ты ж, ё-моё! Ух ты ж, ё-моё! Почему вас так тут много, слушай? Все? Все. Мне хп нужно. Хп нужно. И не наверх нигде не залезть, да? Так, хорошо. Бомбы. Фига. Ладно, полетели. Нужно воздухом быстро подышать. А либо я задохнусь. Так, взрывной. Так, сюда направо, наверх. Нужно с той стороны посмотреть. Не, я думаю, что наверху там есть где-то проход. Где-то пройти да можно. Блин, ну вот это мне, да, покоцали знатно. И не открывается нигде. Так я ж могу управлять, да, по сути, в воздухе? Ну? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Быстро, 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 быстро. А у меня все равно хп восстановится, я же забыл. Так, задание. Карта. Так, я возвращаюсь к роботу. Ладно, берем машину, полетели. Как раз отхилимся около аппарата. И продам мне нужное. Так,
Оружие, точность, крит урон. Урон от гранат, максимум урон с демо. Инвентарь. Заюзать. Новый облик для машины. А, это для машины, блин. Так, снайперская винтовка, урон. Ничего себе. Вот это вот можно купить. Так, 5. Плюс еще патроны. Так, хорошо. Там только улучшение восстановления способностей. Так как я способность редко юзаю. Готово. Садимся, едем. Так, осталось только правильно доехать. Кстати, такие резкие торможения, это жопа. Если здесь будет переход в другую локацию. А, тебе удалось заказать свою доблесть, и твоя инициатива практически завершена. Я отправил тебе на эхо другое место входа. Ты ведь понимаешь, что стоишь перед управлением огромной дверью, да? А, дело вот в чем. Я тут крутил ручки, а в них что-то застряло, поэтому сейчас дверь не открывается. Но ты можешь пройти через боковой вход. Нужно постараться назвать пароль. Арр! И я покажу здесь благородный воин-робот, окруженный тайной. И отчаяние, жаждущий чего-то там. Так. Хорошо. Вход в... с карты. Выход. Так. Печенка. Сцена. Там еще есть проход. И тут есть проход, куда еще не ездил. Давайте. И тут еще есть место, куда я не ходил. Сейчас вызовем аппаратуру. Вызвать телепортация. Поехали. Надеюсь, монстры не повозрождаются сейчас. А. Нет, повозрождались. Так, все, готово. Где-то здесь был, да, у нас вход? Мини-мозги, типа. Да, типа того, да? Так, идите в тайные... Блин, не знаю, не знаю. Получится как с листовками. Еще один новобранец. Надеюсь, ты знаешь пароль. Арр. Фу. Да, это пароль. Входи, подожди секунду. Сейчас найду этот рычаг. Хорошо, теперь использую эту штуку, чтобы добраться до секретного прохода. Добро пожаловать в банду. А, нет, я туда не пойду, потому что там, походу, что-то уже другое. Давайте мы с вами делаем вот как. Сначала я должен где-то сохраниться хотя бы. Так, это то же самое место, да? Нет, это другой проход. Мы побежали. Он закрытый, да? Клоус. Карьер Бендона. Да, он закрыт. И прохода там, походу, тоже нету. Ладненько, давайте тогда я зайду, сохранюсь, если оно сохранится, надеюсь. И можно закончить на этом серию.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. В следующей серии мы с вами сходим в три места. Понятно, что делаю, я туда схожу. Я сначала залечу в это место. После мы съездим в эту локацию и до конца следуем вот эту местность. И как бы так. Поэтому всем пока.